Добрый день! Компания «Новосибирск Продмаш» благодарит вас за то, что вы остановили свой выбор на нашей продукции. Устройство Pegas – это правильное решение для быстрого, беспенного розлива пива. Давайте разберемся, как установить, собрать, подключить и использовать устройство Pegas Steel. Как собрать и подключить устройство Pegas Steel? Для подключения вам необходимы устройство Pegas Steel, инструменты, крестовая отвертка, гаечные ключи размером 24 и 27 мм, фигурный ключ из комплектации устройства, сосуд с пивом, оснащенный заборной головкой, например, кег, баллон с газом, оснащенный регулятором давления, который настраивается на давление 0,15-0,25 мегапаскаль, охладитель пива, шланги ПВХ с внутренним диаметром 7-9 мм для подвода пива и углекислого газа, тройники и хомуты для крепления шлангов, а также пивная колонна или стена. Установите рукоятку прижимного механизма на устройство при помощи крестовой отвертки. Рукоятка прижима имеет два положения – слева и справа. Для удобного использования двух устройств на одной колонне установите дроссель. Дроссель легко вкручивается в резьбовое отверстие по часовой стрелке. Установите ручку подачи газа и пива, закрутив вручную. Устройство собрано и готово к установке. Как установить устройство Pegas Steel? Установите штуцер на колонну. Обратите внимание, ось штуцера подвода пива устройства Pegas Steel должна находиться на высоте не менее 45 см от поверхности стола. Расположите шланг подвода пива внутри колонны. Шланг подвода пива с одной стороны подключите к ниппелю. Закрепите с помощью хомута. Наденьте прокладку на присоединительный конец ниппеля. Закрутите накидную гайку, используя гаечный ключ размером 24 мм. Свободной стороной подсоедините к охладителю. От охладителя подключите к заборной головке. Установите устройство розлива на штуцер, ориентируя его строго вертикально прижимным механизмом вниз. Придерживая устройство рукой, зафиксируйте его гайкой и затяните фигурным ключом. Дренажный шланг подсоедините к ниппелю дренажа. Свободный конец шланга поместите в дренажную емкость. Одну сторону шланга подвода газа подключите к ниппелю подвода газа. Закрепите с помощью хомута. А другую сторону – к тройнику для шлангов. Установите редуктор на баллон CO2. Газ подведите от редуктора через тройник для шлангов к заборной головке и ниппелю подвода газа. С помощью редуктора установите давление 0,15-0,25 мегапаскаль. Устройство Pegas Steel подключено и готово к использованию. Как используется устройство Pegas Steel? В начальном положении ручка подачи пива и газа находится в среднем вертикальном положении. Ручка зажимного механизма повернута до упора по часовой стрелке. Дроссель также повернут до упора по часовой стрелке. Установите бутылку горловиной в зажимное устройство. При этом, если вы отпустите бутылку, она должна висеть строго вертикально. Зафиксируйте бутылку. Для этого ручку зажимного механизма поверните против часовой стрелки. Зажимной механизм и находящаяся в нем бутылка приподнимутся. Горлышко бутылки должно плотно прижаться к уплотняющей прокладке,
достаточно силы прижима, при которой бутылка не проворачивается рукой вокруг собственной оси. Убедитесь, бутылка зафиксирована, кран сброса давления закрыт. Дроссель до упора повернут по часовой стрелке. Переведите ручку подачи газа и пива в положение от себя. Началась подача СО2 в бутылку. Удерживайте ручку в таком положении. Вы услышите звук подачи газа в бутылку. Когда количество газа будет достаточным, этот звук станет слабым, а бутылка станет твердой на ощупь. Опустите ручку подачи пива и газа вниз. Подача газа при этом прекратится. Для подачи пива переведите ручку подачи газа и пива в положении на себя до упора. При этом вы услышите щелчок. Если при этом пиво не льется, в бутылку было подано достаточно газа. Если пиво льется, то газа в бутылке не хватает. Продолжите розлив до конца, но при следующем розливе подайте больше газа. Немного поверните дроссель против часовой стрелки, чтобы начать подачу пива. Следите за наполнением бутылки. Регулируйте пенообразование в бутылке и скорость налива, поворачивая дроссель. Наполните бутылку чуть ниже желаемого уровня. Закройте кран сброса давления, повернув дроссель по часовой стрелке до упора. Верните ручку подачи газа и пива в вертикальное положение. Подача пива прекратится. Поверните дроссель против часовой стрелки до конца, чтобы из бутылки вышел лишний газ. Выдержите несколько секунд. Пенообразование должно прекратиться. Дождитесь, пока бутылка станет мягкой. Если пенообразование продолжается, регулируйте дроссель до тех пор, пока пенообразование не прекратится. И дождитесь, пока бутылка станет мягкой. Налив закончен. Поверните ручку зажимного механизма до упора по часовой стрелке. Достаньте бутылку. Максимально быстро закройте бутылку пробкой. Дроссель поверните по часовой стрелке в исходное положение. Устройство Pegas Steel – это новое, революционное устройство беспенного розлива пива. Надежность, простота механизмов и доступная цена воплощены в металлическом корпусе. Розлив пива всегда быстрый, качественный, с нулевым выходом в дренаж и максимальным сохранением первозданного вкуса пива. Для быстрого подключения шлангов ПВХ необходимо одну сторону шланга опустить в сосуд с горячей водой на несколько секунд. Он станет более эластичным. И теперь без труда можно подключить шланг к тройнику или ниппелю устройства.